Сентябрь 2020, Танзания, 200 километров от Дар-Салама. Мы идем по территории отеля, который был заброшен около 3 лет назад. Посмотрите, просто это рай, как можно такое забросить? Люди почему-то не приезжали. Владельцы бросили заниматься этим бизнесом. Вокруг белый песочек. Я так понимаю, это главное здание. Лаунж, ресепшн, зона. Ну, конечно, сейчас вы уже не увидите в том состоянии, которое было, когда это был отель. Ресепшн. Видите, все заброшено. Кто-то здесь ночевал. Москитные сетки. Закрытая дверь. Вот кто-то себе тут лежбище сделал. Идем смотреть дальше что-то. Идем к основному отелю. Daniel, check, there's some another house. Can you see the roof? Это основная зона отдыха. Мы в нее пойдем немножечко попозже. А сейчас я покажу вам домик. По нашей информации, 2-3 года назад это было заброшено место. И вот дерево еще в хорошем состоянии, как видите. Матрасы остались. Да, неплохо. Еще один матрас. Полочка. Всякие штучки, половички, предметы обихода. Все осталось. Красота. Да, у нас бы в России за 3 месяца все растащили, дерево вытащили на сарай какие-нибудь. Здесь как бы все стоит, ну не очень много людей. Посмотрите, даже унитаз остался. Интересно, вода еще есть? Воды нету. Такой душик и зеркало, даже зеркало есть. Очень классно. Электрощиток. Ну, идем в главную зону. Посмотрим, как же там было. Идем в основную зону. Лаунж. Зона отдыха. Лестница, правда, не в очень хорошем состоянии.
что внизу. Может быть, по другой лестнице поднимемся. А здесь были, я так понимаю, это лежаки в сгнившем состоянии, конечно. Да, лестница не очень. Трудно будет нам подниматься. Ну, попробуем. Мы поднялись. Полы очень в хорошем состоянии, а лестницы нет. Вот это барная стойка, я так понимаю. Типа став. Думаю, чего там нет. Стол. Стулья, люди здесь отдыхали, выпивали, танцевали. Gin and tonic, please. Gin and tonic. Okay, let me see what we have in our bar. А, слушайте, ну это интересно. Умывальнички всякие. Все осталось, ребята, ничего не тронуто. Местным жителям это не интересно. Электричество здесь было. Да. В принципе, можно купить, восстановить. Проблема в том, что далеко это от Дар-эс-Салама. Достаточно не очень хорошие дороги. Мы 200 километров ехали около 7 часов. Боже, как много крабов!